Все, все, игра автоматически, все, 30 FPS из 10. Судя по всему, мы, короче, опять за бабу будем играть, потому что... А давайте, короче, играть во все по очереди. Мы же во все играли. Ностальгия, ёпта. А что надо сделать? Игра же по Слендеру, мы же встроенного типа играем. Ну, он же стройный, ну, мы типа стройный, да? Ну, субстильный, вся хуйня. Субстильный, стройный. Каково это быть таким? А почему у меня такие большие яйца? Это гены, сынок. Опа, вот эту хуйню можно забрать. Всегда смотрит за тобой! Он такой заботливый! Что тебе нравится? Ты видишь эти Lens Flare фильтра от Sony VX-Wagen? Офигеть! Графон! Ое! 100 полигонов из 10! О, страница! Он перегорел! Да ладно! Мама, включись! Work it harder, make it better, do it faster, makes us тихо, stronger. Ну да. Жопа. Очко. Очко горит, мучается, мается. Очко не горит. Потушить! Он все портит, заебал. Слендер, ты плохой, ты все портишь. Ты портишь мою аппаратуру! Я покупаю ее на бешеные деньги, а ты ее портишь! А че он не бородатый? А, он не поверил. Да, я помню, как-то раз такой батя говорит, типа, хочешь отрастить бороду? А ему такой, батя, очень хочу. Он говорит, поверь, и у него такая борода растет. Ну я что-то плохо верю. Играйте с Oculus Rift, конечно! Тема. А, страшно, разрушение, Battlefield! О, я знаю его! О, он похож на моего друга, он такой же кучерявый. Ой, блядь! Серьёзно испугался. Что это было? Это, короче, ты намажь себе. Время в следующем. Хас, пес, бэч! Элементарно, Холмс! Всем привет, с вами Ватсон и Ватсон. Моего сына зовут Ром. И ему минус 7. А, вот знаете, вот Слендер, вот никогда, ни разу не видел такой шутки про Слендера, то, что вот из него вышел бы пиздатый баскетболист. Хей! Рука, у меня из... У меня есть... У меня из уха течет рука, кровь. А, нога, рука. Я испугался стены. Я не хочу. Нет! Чё ты как сыч? По-моему, я тебя просил не брать сейчас. Я сам убил. Ну, он сам убрал. Смотри назад. Розетка! Мне с тобой страшно. Маннисон! Мэдисон! Мэдисон! Нет. Карта, КС Мэнисон. А, нужно собирать всякие реликвии. Священный Грааль, иконы. А, короче... Помнишь, мы иконы как-то раз в церковь пиздим? А, еще тогда Библия бас... Ребята, в чем соль? Короче, мы... Это чей-то особняк. Вероятно, даже Слендера. Ну, это слишком туповатая шутка, и тут очень мало полигончиков. Так вот... И мы пришли и пиздим все, что попадется под глаза. Просто мы ебаные цыгане. Телефон надо поднять. Я взял трубку! Мама! Почему я не могу тут найти PlayStation 4? Чего-чего? Почему я не могу тут найти PlayStation 4? Я что, директор мыльного завода, что ли? Мы подняли 3 из 12 вещей. Мы очень неопытные воры, я хочу вам признаться.
Я нихуя не умею воровать. Хотя в церкви было заебись. Да, в церкви. 8 из 12, мама. Мама, я превосходно. Мама, я вор! Я у мамы вор. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В конце вас посадят, приятные игры. Stop messing with my voice! Уйди на голову. Ты, блядь, серьезно? Уйди на голову. Мне мама всегда говорила это, как если стоишь на рельсах, переходи на моргающий белый. Ты серьезно? Что за херня? Чуть не очково. Знаешь, раньше я думал, мы играем за какую-то тёлку. Я понял, мы играем за очень толстого парня. И тупого, он не может, блядь, ставить батарейки. Как это делается? Я не понимаю! Вода? Ладно. Я знаю, короче, мы настолько охуенные, что, короче, чудище от нас потекло. Мам, где... Куда кричать? Куда? Куда бояться, мама? Что? Это кровь! Как страшно! Мама, почему я закончился? Потому что ты батарейка, сын. Спасибо, мама. Игра говно, 0 из 10, тут даже умереть нельзя. О, нужно собрать 10 ключей, а еще нужно покакать. Ну, сходите покакайте, а мы пока поиграем. Давай братский рэпчанский такой, братский такой, типа... Брат, ты мне брат, если ты, блядь, брат... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, давай, я сейчас, я знаю слова, давай. Ты как, давай, ты, брат. Короче, давай, ебашцо, а я такой... Блядь, ты мне не брат, брат, ты мне не, блядь, брат, если ты брат, то ты мне не, блядь. Ну мы же типичные будлакуны, нужно читать рэпчанский, щелкать семки. Ебашить рэпчанский. И бить слендеров. Нет, я хочу быть типичным русским. Я хочу ходить в шапке-ушанке, чтобы за мной гонялся медведь. А еще я хочу цигарки. Почему нельзя просто сразу съебаться? Нужно найти сначала все записки, а потом только съебаться. Потому что, знаешь почему? Гладиолус? Нет. Это важно! Такая крутая атмосфера! Музыка просто завораживает! Я б серьезно, я бегал в разы быстрее, потому что, блядь, я уже... Я мужик! Где мой топор? Я должен побриться! Похуй! Азаза! Ебать, мы его наебали, ты видел, сука, он просто стоит, смотрит, а мы такие... По стелсу свернул! You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. Ребят, вы любите праздники? Вот вам праздник. Ай, да называть лезгинка на машине! Ай, да-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 
На, здорово, иди на. Просто унижен, унижен. You suck, you suck, you... Всем привет. Пока. Я сказал пока, ты привет. Нет, ты сказал привет, а я пока. Я, короче, говорю, пока, каждому. Да, пойду поем.